С вами Павленти. Сегодня 17 декабря. Очередной день на борту яхты «Полина». Как вы видели, сегодня опять были тренировки в заливе. С первой половины дня мы тренировались швартоваться. Швартоваться, еще раз швартоваться. Под мотором, кормой и лагом. Потом мы пошли на обед, как обычно, и после обеда сидели в полном безветрии и наблюдали, что, скорее всего, мы опять что-то будем просто на месте поднимать, опускать паруса. Но совсем неожиданно, перед самым нашим выходом начал подниматься ветер, хорошо раздуло там до 12, до 15, наверное, узлов. И мы вышли и пошли в сторону Мармариса по заливчику. Дошли до пляжа Мармариса, там бросили якорь, и я попросил нашего инструктора искупаться. Точнее, я это завалирован, сказал, говорю, надо же пойти проверить, как там лежит цепь якорная на дне. Он говорил, если хотите, можете занырнуть. И он, наверное, думал, что мы не полезем. Я говорю, так можно покупаться? Он говорит, если хотите, искупайтесь. И мы с Денисом вдвоем запрыгнули в воду сразу же. Водичка градусов, может, 17-18, такая бодрящая. Искупались, сняли с якоря и пошли обратно в сторону марины. Сегодня опять поступила задача помыть яхту. Не знаю, что как, но Денис один мужественно эту задачу выполнил, пока я болтал тут с соседями по яхтам. Потом мы поужинали, решили тесты очередные, которые нам раздали для сертификата ICC. И вспомнили, как бы особо делать было нечего, мы вспомнили, что один из инструкторов нам говорил, что предыдущие группы спрятали на лодке какие-то вещи, и их неплохо было бы найти. И случайно, готовя эту каюту кормовую по левому борту, я наткнулся на вот такой вот конвертик. Вот, такой синенький, с сердечками. Мы сразу с Денисом пошли в салон, в какую-то компанию, и там раздербанили его. Внутри лежал бумажный конверт, и внутри была такая вот открытка с пожеланиями. Не знаю, будет ли видно. Вот такая сувенирная подставка под стаканы из пробки. И вот такой вот какой-то заяц в виде какого-то брелочка. Денис очень заинтересовался и пошел сразу же в свою каюту искать в том же месте. Это находилось вот в шкафу. И там внутри еще маленький такой рундучок. Денис у себя нашел тот же самый комплект, чуть-чуть с другими пожеланиями и там похожими сувенирами с другим оформлением. И у нас всего 4 каюты на яхте. Я пошел в носовую каюту, где там расположился, и у себя тоже нашел еще один. Но мы его не распаковывали, оставим для следующих студентов. И последнюю каюту бортовую мы пока еще не проверяли. Вряд ли там что-то оставляли. Там оставляет свои вещи инструктор. В принципе, вот так прошел очередной день. Уже 11 часов, и здесь вот. Уже как минуток 10 назад, 15, пошел отдыхать Денис. А я тут шумлю и вам это все рассказываю, пока готовил, тут закреплял телефон. Так что буду прощаться. Всем спокойной ночи и до завтра. Пока.